Маленькая. И снова привет, YouTube. Теперь мы начинаем собирать нашу многострадальную кию, которая сит. Что, начнем снимать? Смотрите, устанавливаем мы потолок. Вот, потолок мы уже в салон поместили. Не помещается потолок, к сожалению, при полностью разложенных креслах и выпущенных подголовниках. Ну, туда ладно. Значит, после ремонта мы вот эти все места, как видно, мы промазали шовной мастикой специально, потому что отсюда мы обеспечивали зону ремонта, срезая заводскую шовную мастику, чтобы подлезть крючками. Затем проклеено это все, вот как видно, вибропластом. Вроде как шумоизоляция, шумопоглощение он обеспечивает. На что хотелось бы обратить ваше внимание, когда вы будете собирать эту машинку. Вы не забывайте за вот эти маленькие хитренькие антенные провода. Не забывайте их подключать. Вот, и укладывать их лучше, вот как вы подключили, у вас крыша на месте стоит, укладывать провода лучше вот в эти места. Вот, и как бы забить еще таким материалом, что-то типа вот того вибропласта, чтобы оно склеенное было, чтобы эти разъемы не гремели. И еще, что бы хотела сказать, это такой промежуточный антенный коаксиальный кабель. Вот еще у нас провода идут от светлячков. Не забудьте подключить вот этот хитрый разъемчик. Вот его видно, да? Вот он. Вот. Вот она от него, как говорится, мама. Вот она. Так, сейчас фокус наведется. Вот она мама. А вот он папа. Не забудьте его подключить. Так, в принципе, тут ничего сложного. По ходу дела я еще буду снимать, говорить, комментировать, как уложить провода лучше, как их там приклеить, чтобы они не гремели. Ну, в общем, поехали. Так, ну что, навесили мы потолок на нашу киюшку. Значит, смотрите, тут мне очень понравилось, как товарищи в Kia Motors предусмотрели навеску крыши. Начинаем навеску сзади. Почему? Вот они, сейчас фокусируются, вот они крючочки, один, вот он второй. Сначала мы крышу вешаем на эти крючочки, затем вот тут у нас, ну это чуть-чуть потом прижмется, вот они у нас направляющие, идут сзади на крышу. Проблем с ними вставить туда нету. Посмотрите, потолочек уже висит, вот два светильничка. Значит, смотрите, первое. С чего мы начинаем? Вот у нас крыша лежит в салоне. Мы навешиваем, вот он, центральный светильник. Очень, почему с него начинаем? Потому что, во-первых, кстати, он держится на двух болтах под обычную крестовую отвертку. Мы этот светильник навесили, прижали потолок. И вот у нас потолок висит. И начинаем вставлять вот эти вот. Вот они, вот эти пистончики, вот на место, соединять разъемы и проверяем, как бы раз-раз, да, вот она, один светильничек работает, второй, третий, то есть, в принципе, там, во всех режимах это работает. Проверили, все, и теперь начинаем собирать все на место, соединять провода, вон тот, который говорил, я коаксиальный радиокабель, вот он, сейчас мы его подключим. Установим пистончики на место, точнее клипсы. Вот он у нас, не забываем, это основной питающий разъем всего потолка, то есть всех лампочек. Ну что, я еще буду дальше собирать, буду комментировать. А, кстати, что я хотел сказать. Вот они у нас, как раз вот они, болтики под крестовую отвертку. Вот один, вот второй. Как легче, скажем так, попадать в то расстояние. Когда мы включаем вот это вот лампочку, у нас то внутреннее пространство очень хорошо видно, то есть видно искривление либо под этим углом, либо под таким углом, либо вот наоборот. Ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю. Очень удобно с ними, так сказать, наживлять все эти болты. Ну, еще буду в ходе сборки снимать, показывать, рассказывать. Так, ну что,
продолжашки делаем. Вот мы уже козыречек один навесили, стоечку боковую собрали, слева вот эту всю суперконструкцию ремня безопасности. Потолок у нас жестко прям висит, не вибрирует, все хорошо. Теперь я вот не знаю, как нам лучше поступить. Наверное, я уже левую сторону соберу сзади. И дальше будем собирать правую сторону. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Либо же, скорее всего, наверное, лучше будет закончить уже перед целиком. Потом переходить к задку.